Здравствуйте, друзья! Помимо иван-чая, варенья и грибов, нынче мы также заготовили концентрированный брусничный и вишневый сок. В данном случае у нас брусничный сок. Брусничный сок мы делали с сахаром и без сахара. Мне больше нравится с сахаром. Некоторые покупатели спрашивают, в какой пропорции его нужно разводить. Сейчас я вам это покажу. Берем 5-литровую бутылку воды и отливаем отсюда 1 литр. Далее берем 2 бутылочки сока по 0,5 литра. Сок у нас стерилизованный. Бутылочки мы также стерилизовали перед тем, как заливать, поэтому хранится даже при комнатной температуре. Брусники мы собирали с супругой на Северном Урале. У нас на стене есть видео об этом. Взбалтываем получившийся брусничный мозг. 5 литров напитка готово. Очень вкусный. Скоро новогодние праздники. Такой напиток будет отлично смотреться на новогоднем столе. Будьте здоровы и счастливы.